давление 4,60, смотрю на крыло. Крыло очень мокрое. Надеюсь, высохнет. Дождь пошел. У кого? По крыше бьет. А я тут хотел самолет посушить. Высота удаления. Высота 170, удаление 820, курс 350. 170 высота? Да, 170, 190. Да, курс 0, высота 200, удаление 1250. Вообще. А у меня справа, вот я его обхожу. Какую высоту держишь? Высота 335. Плавный набор идут. Чтобы ты так плавно набирал высоту после старта. Возмущен, когда везет. Так, 4. О! 4940, Серег. 4905 тысяч ровно удаление. Высота 350. Удаление 5600. Ой, 5500. Блин, 400 почти. Высота та же самая, 280 метров, 400. Так, в глиссаде. Облака полз не наблюдаю. Ветер сильный. Так, с курса сошел. Я курсом 169, 165, 170, вот так вот иду, потому что иначе сносит нафиг. Да, я тоже упреждение делал по курсу 160, что далее выравниваю потом на 185. Триста.
часу. Надо немножко возвращать, на курс 10 становлюсь. Выдается 2400. Да, я прям четко вышел тоже в полосе, по-моему. Удаление 1800, высота 140 посадки. А у меня 2100, а ты меня обогнал. Ветер сильный, конечно, дожди и ветер. Вот, вот вообще сносит просто, ловлю полосу. Серег, на полосе ветер сильный. Так, высота 70, удаление 960 к посадке. Блин, сносит вообще между... Блин, Серег, очень сложно.